Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Азиза. Я инструктор кундалини-йоги. А в каком городе? Город Алматы. Угу. А почему вы приняли решение принять участие в семинаре современной гипнотерапии? Я помимо кундалини-йоги, я читаю йога-нитру и работаю с детьми с диагнозом ДЦП. И там с детками я работаю на визуализацию. Я стала чувствовать, вначале, когда я работала, дети не могли расслабиться. Они были очень напряжены, и глаза у них не закрывались. Да, что? А когда я уже читала йога-нитры, через какое-то время они очень хорошо начали расслабляться, уходили в такое состояние. И я стала чувствовать, что детки попадали в какое-то состояние, и они рассказывали, как после того, как уже после занятия, как они плавали, как они поднимались в горы, и видели они свои здоровые тело. И еще возле зеркала они видели настолько себя здоровым, красивым. И мне всегда было интересно, в какое состояние они попадают, потому что они не спали, но увидела их полностью расслабленное тело. А вы эти результаты получили? Я общалась с родителем, и когда я увидела у вас в Инстаграме об этом семинаре, и я почувствовала, что это то, что мне нужно. Ну и как ваши отношения к преподаванию, к Михаилу? Я получила здесь действительно ответы на свои вопросы. Настолько просто и глубоко. А кому вы порекомендовали вот это обучение? Я думаю, что не только психологам, а мне кажется, что всем специалистам, которые работают с людьми, это очень важно. А в домашних условиях? В домашних условиях очень важно для самого специалиста, для саморегуляции. Что я вот пользуюсь медитацией, но не все пользуются медитацией, а это как бы